Об этом. Я отправлю твою голову Рафтерсона. Знаю, как со мной ссориться. Там есть что-то полезное. Смотрим, что ты там прячешь, Тонна. А вот это интересно. Бургрет заплатил Тони, чтобы она помешала Рагнарсонам попасть в два места. Там его убежище. Он может быть в любом из них. Тебя сгубила жадность, Тона. Ладно, теперь к братьям. Thank you.
за куски. Эйвор, тебе удалось что-то узнать? Леда Честерли, замок Темплбора. Что вы о них знаете? Леда Честер чуть больше деревни, а Темплбора — древний замок, не более того. Возможно, Бургрет в каком-то из этих мест. Проверим оба. И быстро. А что нам делать с Тонной? Бьюсь об заклад, что она уже пишет Бургреду о нас и просит серебра за это письмо. Ты ее больше не увидишь, если только не собрался в Хельхейм. Кстати, ты говорил о награде? А, брат, мы с ним хорошо поладим. Нам нужно спешить, Дренгер. Я захвачу крепость в Темплборо. Я пойду с тобой, Сигурд. Значит, я отправлюсь в Ледочестер, в гордом одиночестве. Прихвати друга, брат. Может быть, Эйвор рискнет им стать. Выдвигайтесь, скоро я отправлюсь следом. Thank you.
Смотри. Иди, Сюнин. Ты вовремя. Мы готовились к нападению. Что ты увидел? Много воинов и повозок хватает. Уверен, крысеныш Бургрид прячется там. Видишь купальню и церковь? Я отправил туда лазутчика. Он скоро вернется. Ты виделся с Уббой и Сигурдом в Темплборо? Нет. Если Бургрид прячется здесь, это ни к чему. Куда проще было бы и дальше убивать королей. А из-за моего брата мы сажаем их на трон. Оба идет своим путем, а ты своим. Я не хочу занимать чью-то сторону. Не, ты жаждешь оставить свой след. Я помню себя в твои годы. Тебя заботит лишь слава и судьба. А ты видишь меня насквозь. Мне знакомы такие, как ты, брат Волка. Но я стараюсь не заглядывать в будущее. Хватит ждать твоего лазутчика. Он погиб или сбежал. Дай ему время. Если они нас заметят, Бургрид снова ускользнет. Ладно, оставайся здесь и жди, а я пойду.
Это купальня. Мне нужно попасть внутрь. Повтори-ка. Ты слышал? Мне нужны яйца. Гадючи, а то эти твари не уйдут. Я пришла сюда первой и прогоню их отсюда, если только ты добудешь мне яйца, гадюки. Я не собирался сегодня дразнить змей, но все может измениться. Награда, да, я понимаю. Принеси мне яйца, и ты ее получишь. Да! О, еще больше яиц! О, так намного лучше! Уже скоро! Да, я чувствую! Еще яйца! О, да! Я знал, что пожалею. Меня чуть наизнанку не вывернуло. Вот бы взглянуть на переполох наверху. Где награда? Я сейчас задохнусь. Пожалуйста. Ну, неужели тебе не понравилось, как я пускаю ветры? Да меня унесло. Нужно накинуть капюшон.
боже! Это вонь! Не могу! Горло! Больно! Будто соли насыпали! Сейчас воевать, отбивать Тамварту проклятых данных. Смотрю, они как следует запаслись. Сошел с ума? Я боялся, это кто-то из них. Тише! Что ты здесь делаешь? Я хотел найти Бургреда. Так Ивар послал тебя? Я хотел найти Бургреда сам, убедить сложить оружие. Но в Ледочестере его нет. Откуда ты знаешь? Леофрид говорил с воинами. Я подслушал. Кажется, здесь только запасы еды. Но есть кое-что интересное. Он дал приказ отправить отряд к жене Бургреда. Этельсвити. Она в Темплборо. Она должна знать, где Бургред. Слышишь? Там идет бой. Ивар. Идем, нам нужно спешить. Куда ты идешь? Я тут не впервые. Пойдем через рынок. Сюда. Come on.
Они повсюду. Держись рядом. Что мне делать? Не стой, дери. Тебе в спину. Не молчи. Я... Кажется, нет. Боже. Я ведь не хотел этого. Келберт, тебя убили бы. Выбора не было. Жди здесь. Я вернусь. Где твой король, Сакс? Где он прячется? Господи, даруй мне избавление. И как только их бог успевает отвечать на все эти жалкие мольбы? Ты многим рискуешь, Ивар. Келберта могли убить. С чего мне мешать юнцу, который хочет стать мужчиной? Не оправдывайся. Тебе это нравится. Хватит. Ивар меня не посылал. Я пошел сам. Берегись, мальчик. Пока твой отец не занял престол, ты не защитник Мерси, а ее враг. Понял? Да, я понял. Славно. Вернись в Рептон и жди, пока мы тебя позовем. Уже уходишь, брат Волка? Короля нет, но добычи вдоволь. Этель Свита, жена Бургрида в Темплборо. Посмотрим, что ей известно. Иди куда? Тела воинов сюда! Пусть выжившие видят, что ожидает их королевство. Мои кеннинги иссякли. Я более не камыш среди щитов. Ни крови свет, ни кости треск святой. Бич лебединых троп. Железный сон. Даритель серебра. Я хотел лишь вольно бороздить моря. Стать тем, кто сложит сагу своей судьбы. Будь рад, что уходишь в Вальгаллу с песней на устах. Воинов сюда! Пусть выжившие видят, что ожидает.
Подними кубок и лишись серебра! У тебя победишь? Хватит. Ставишь? Давай,
Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Скажи, что там впереди.
Ik mis de skipper. Even mij te maken. Ik mijn eigen um. Здравствуй. Хочешь? До встречи. Хей! Могу принести еще. Мудрый выбор. Значит, все? Мне пора. Всегда есть для тебя. Пал один из моих гонцов. Я должен знать, что стряслось. Тебе же приходилось убивать? Значит, все будет хорошо. Мне пора. Удачи. Да помогут тебе боги. Thank you.
с пути. Fit just a kitchen. Get out of here, Mish. Come on.